Вот что мне сегодня принесли на ремонт. Nintendo семейства 3DS. Вот, попросили заменить гнездо зарядки. Так вот оно выглядит. Вообще первый раз держу в руках эту игрушку. Гнездо. Видите, да? Контакт. Один контакт выломан. Вот. Давайте попробуем заменить. Не думаю, что это сложнее, чем заменить гнездо сотового телефона. Вижу 4 винта. Снимаем. Вот они вместе с крышкой. Оказывается. Видите, да, конструкцию. Под винтом еще находится шайба. Это Nintendo. Снимаем батарею. Батарея чуть-чуть вздутая у нас. Ну-ка. Посмотрим. Батарея на нуле, на полном. Ну да ладно. Смотрим дальше. Вижу черные винтики. Множество черных винтов. Судя по всему, придется откручивать. Все саморезы даже серьезно прикручены. Да, достаточно много. Благо все одинаковые, одной длины. 5, 9 штук. Итак, сейчас нам в любом случае придется снять рамку. Эту карточку, наверное, надо было вытащить с самого начала. Вот еще один винтик, который я не заметил. Так, вижу шлейф. Аккуратно отстегиваем шлейф. Разъем, это у нас кнопка, вот еще одна. Это у нас боковые кнопки, правая, левая, ну, судя по всему, предназначенные для игры. Так, смотрим, это наше гнездо зарядки, оно вообще болтается. Вообще болтается. Скотч двусторонний снизу. Все контакты поверхностные.
нет внутренних контактов, то есть просто, я думаю, можно добавить флюс и сверху припаять новое гнездо. Готовим припой на всякий случай. Добавим по необходимости. Я думаю, все на этом. Давайте удалим флюс. Как-то все быстро получилось, дольше раскручивали. Итак, устанавливаем все обратно, застегиваем боковые кнопки. Ставим крышку. Значит, сразу закрутим этот винт, который можно забыть. SD-карта здесь у нас стояла. Ставим батарею, специально попросил зарядку на этот Nintendo, чтобы проверить, заряжается ли он или нет. Включаем. Лампочка загорелась. Судя по всему, зарядка пошла. Кнопка включения пока не реагирует. А вот она у нас, по-моему. Или это звук? Скорее всего, здесь. Я думаю, что аппарат заряжается, можно проверить батарейку. Да, зарядка пошла. Как видите. На этом все, друзья. Очень надеюсь, что это видео кому-то пошло в пользу. Вот. Может, у кого-то есть Nintendo. И кому-то понадобилось сменить гнездо зарядки. Поэтому видео вы можете это запросто сделать. Всем спасибо за внимание. Закручиваем винты, ставим крышку. И удачи в ремонте.